Дорога на улице Волжская покрылась ямами. Большие и маленькие, они доставляют проблемы автомобилистам. И можно было бы списать это на старое покрытие, но оно здесь достаточно новое. Ремонтировали полотно 3 года назад, и оно до сих пор на гарантии. Ремонтные работы проводила ООО «ПИК». И уже тогда, во время приемки, журналисты заметили проблемные места, но их заверили – дорога нормальная. Но в итоге она прожила всего половину гарантийного срока. Представители общественной палаты Блоковского района сегодня выехали на место и насчитали на небольшом отрезке дорожного полотна около 40 ям разных размеров, а на всем отремонтированном участке их еще больше. Если бы дорогу повредил транспорт, то появились бы колеи, но их нет, дорога ровная, но с выбоинами, говорят общественники. Конечно, мы не в восторге, что такое полотно в таком запущении. У нас следующий год последний по гарантии. Сейчас хотим обратиться к администрации, чтобы они взяли на контроль и исправили все недочеты, которые мы сегодня выявили. Да, это первый сегодняшний рейд, но он не последний. Мы также будем выезжать на другие дороги, которые у нас подходят к гарантии или которые делалось год или два назад.